Ребенок продолжает пилить, мне кажется. Слышишь, Саня такой посидевший, уже 52 отметили. Саня уже попилил, вырос, все. Деревьев вокруг не осталось. Интересно. Нет, так не наклоняй, она горизонтально держи. Руслан приносит бревно, ты так разуешь, вот так вот, давай, в этот момент он сверху кладет и пилите, только сверху. Кто там? Не хлебанул, нет? Нет. Олег, нет. А куда надо валить ее? Слепой сейчас будет. Так, куда-то едут. Куда-то едут за дровами, пацаны. Это всегда интересно. За дровами куда-то едут, пацаны. Не, не едем лебедочкой сейчас. Будут дерево тянуть. Саня пытается затащить дерево. Вова, отойди дальше, Вова. Надо выше зацепить было. Выше зацепить надо. Выше зацепить надо. Или не достаешь выше? Нет, толкача заводит. Шизуха косит наши ряды, да? Там уже убрать уже этот подсос. Так он же сейчас заведенный, может на нас побежать. Тут слышишь? Вопрос был на засыпку, Саня. Бензин есть? Да я даже не знаю. Мне кажется, надо прыгать в машину и текать. Это самое опасное время для тебя настало, так как твои советы не. Просто если он сейчас заведется, он может в нашу сторону ломануться, понимаешь? Да, ну вот и вот сейчас уедет на ней, смотри. А, уедет в болото прямо? Слышишь, Саня? В принципе, слышь? Если ты еще сможешь минут 20 так подергать, мы можем... О, это жесткий парень. Сейчас вырвет. Сейчас вырвет. Или обед вырвет, или шморгавку. Или... Сейчас гуляш пойдет наружу. Так, 7, 8, еще 100 раз. Следующий. А он хотел, чтобы ты подкачался просто. Сэм, ты медленно дергал просто. Включи передачу. А вы так пилить можете вдвоем. Я не брал. Нет, это ты подсос вытягиваешь, это ты заливаешь. Я молот приступил, я больше не брал. Вытягиваешь подсос и заливаешь свечу. Подсос дергаешь до первого раза, пока не заведется, а потом уже подсос не вытягивает. Если ты залеешь свечу, она не заведется, пока не пролетится. Так утру заведет, дергай. Что тут осталось? 8 часов и рассвет. Надо ли выкрутить свечу, пропалить ее? Сань, чувствуешь, что ты на площади, да? Начинаю жарить. Точно есть бензин, что вообще не слышно? Ничего, слышно? Давай шишили. Да глянь, у него бицепс на 3 сантиметра уже вырос за последние 10 минут. Следующий, давай, Руслан, ну ты подергай, ты должен завести. Блин, ну давай. Свою капельницу. Смотри, Сэм второй подход выполнил. Спасибо, снимай. Сэм, подожди. Я поснимаю. Да нет, дай Сэма, снимай Сэма. Сэм уже как вяло уже. Да где вяло, у него сейчас сил пойдет поток такой, что приток. Надежная китайская вещь. Давай, Руслан, теперь ты. Давай, Русик. Уже выкивать не надо. Уже перепилились. О, так видно, что ты на площади, Саня.
Блин, с каждым подходом он все сильнее и сильнее. Где Леня? Леня заведет, я думаю. А можешь еще раз так разобрать, как ты собирал? Ты начал бы дергать, это всякие запчасти от бензопилы. Смотри, конечно заведется. Да нет, дергай еще. Дергай еще. А что со свечой? Ведьму сжечь. А что со свечой? Мокрая, да? Так ты тут смотри, этот фильтр какой чистый, блядь, Саня. Нормально, тут воздух идет. Тут что-то земля какая-то мокрая, колено на мокрое. Где фильтр, лошара? Вытри землю, блин, оно ж без воздуха не заведется. Сжечь. Есть чем прокаливать? Вон на горелку. Зажигалка? А нет. Будет. А что, нет? Никак, да? Не будет. Нет. Да тут спецсвеча. Ну, подарю 2 ноября. Я быстро засвечу, это без разницы. Мы, короче, ехали, там полный лес дров набили. Сань, смотри, он где ближе намного и тоньше. Может, оттуда лучше дернуть? Все нормально. Это к забродчику говори. Свечи падает электрон. Да ну! Я верил ему. Подсос не включай, полный газ сделай. Без подсоса, Саня. Не надо. Залило уже. Слепая белка. Это со своей белкой, блин, когда не может забыть про нее. Поплавок в карбюраторе надо посмотреть. Нет. Не, ну увлекательное кино. Че ты не снимаешь, бородач? Давай его заберем камеру. Блин, широчайшее у него будет утро, я тебе скажу вообще. Шварценеггер будет курить в 75-м году. Тихо-тихо, дети смотрят. Шатай, шатай ее, все время шатай, если все время шатать. Привет. Видите, что мы идем? Да, дети. Блин, мне кажется, силы его оставляют, чтобы он не упал на пилу, не порезался на само полотно. Но он уже плохо стоит на ногах. Но может еды какой-то ему дать? Не справился. Так. Приехал серьезный парень. Вон висит сзади. Так, слепой лютует. Так, слепой. Пытается залебедить дерево в лагерь. Сухое для костра. Прицепили унимог сзади. Ну все едет. Унимог. Держи, держи!
дерево. Надо выше, Саня, прицепить выше троста, да, получится. Так, слепой идет в бой. Взял ножовку. Пила не завелась. Чур, типа, этот. Короче, Саня превращается в слепого постепенно. Пошел во вправый. Под... кто-то тын себе нашел. Я думаю, что срут за тем тыном. Дрова нашел, не надо ничего. Не гореть не будет. Ну, к утру. Так, слепой дошел до дерева. Сейчас. А. Не хочешь полирнуть себе там лазером, что-то в голове, чтобы зрение вернулось? Да хочу, но не могу. Что, этот образ утратишь? Да, да, да. Блин, слепого так плохо видно, там уже темнеет. Так ты сходи к нему по тросу. А дойду, так натяни трос, можешь натянуть? А я дойду? Да. Еще, 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 еще. Подожди, много уже что-то. Так, блокируем слепого. Лебедку отпустили, слепой сейчас залезет. На верхушку дерева, там его квадрокоптер снимает, как в серьезном сериале. Так, Саня пытается. Подтяни трос. Да хрен его знает. Не, надо машины. Не, вручную натяни, вручную, а потом Саня подъедет. Руками натяните просто. Он, видите, подымает. Вот это боец. Держи. Так, слепой. Бородач начал ехать вместе с Шишигой со мной. С тросом. Еще, Паша. А, все, хорош. Натянули, Сань. Вот такие следы снесло Шишигу в сторону. Что происходит? Саня поднял трос выше на дереве, ну, чтобы плечо больше было. Ну, сейчас попробуем, может, пойдет. Ну, должно пойти. Это не соловей, это слепой вышел. Ну что, получи, подпилил? Так, очередная попытка. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Так, попытка номер 8. Бородач залазит. Сейчас Саня попробует. Съемка идет со всех сторон. Слепой. Слепой непобедим. Слепой непобедим, его не остановить. Красиво. Деревья едут к нам. Эти поехали вдвоем. Нормальные дрова подъехали. Сами приехали дрова. Да хорошо, а как вы его пилите? На вон же пила, вот есть же. Вот нормальная пила. Можно сжечь и так, что их пилить. Пилить 10 дней. Да, наоборот. Чего наоборот? Один греется, 10 мерзнет. Ну, все получилось. Я такой еще пилы не видел. Где так вольно дышит человек. Да нет, хороший. У меня есть более технологичный способ. На. Возьми Шишигой, проедь туда-сюда по этому бревну, и будет у тебя ровно... Саня, не хочешь? Не, он хочет пилить. Пилить хочет. Сейчас я свет тебе включу, ты в темноте не заведешь ее просто. Ей страшно в темноте. Ты забыл шатать ее надо, Саня. Вот так. Слушай, если мы тебя будем шатать, а ты уже с пилой будешь шататься и дергать, тебе легче будет.
Сразу на жопу. Он повернулся на спину. Пошли в жопу, он имел в виду, наверное. Тебя. Да нет, тебя, чего меня. Здесь лучше заводилось. Сейчас я свет включу тебе. Надо ближе к канистрам. О! 2, 3, 4. 5, 6. Ну, Саня уже как-то это обреченно делает. Потом еще заводи. 10. Будем бревно тебе. Ты забываешь, что надо шатать, Саня. Тогда не работает электрон. По-моему, Саня уже вспотел. Слышь, я тебе подскажу, сними пока эти ритузы, тебе легче дергать будет. Короче, все, кто замерз, идет до пыли. Греет. Слышь, уже ты столько раз дернул, уже все попилить ручной можно было. Уже на улице стало теплее на 2 градуса, потому что Саня дергает. Осторожно, ребенка не пильни. Если ты снимешь эти штаны, подходи, то еще будет. Саня, отойди. Блин, у меня камера не снимает, Саня, глядя на тебя. Что это такое случилось? Я тебе дам переписать. Саня, твоя искра бьет, что камера... Слышишь, он как в цирке. Помнишь, таким круглым освещение такое круглое идет в кольце? Он, видишь? Да, выступление идет. Медведь слез с мотоцикла. Натюкаясь, закурил и начал выкручивать свечу. Интересная версия. За дерево, и ты начинаешь крутиться под ареной, под куполом цирка, с бензопилой работаешь. Уа, заводится, смотри. Пока Саня заведет, малой перепилит сюда. Блин. Тебе не кажется, что он не должен так работать? У него на шее пот выступил. Да какой пот? У него пол сапога уже пота. Дымил тут весь лес уже. Бородач, давай озвучку эту цирковую делай. Главное прогреть ее, Саня. Шатать. И пилить тоже надо будет шатать. Так, ребенок продолжает пилить, мне кажется. Слышишь, Саня такой посидевший, уже 52 отметили. Саня уже попилил, вырос, все. Деревьев вокруг не осталось. Интересно. Это технология. Нет, так не наклоняй, она горизонтально держи. Руслан приносит бревно, ты так газуешь, вот в этот момент он сверху кладет и пилите, только сверху. На кому, на спину или куда кладет? Вариант, а дровосек продолжает пилить. Молодой начинающий дровосек. Руслан, ты становишься на 4 кости, мы ложим тебе на спину бревно и сверху пилим пилой, как на козле. Я вслух это сказал? Саня, по-моему, устал. Паузу. Послушай соловья. Тань, тихо, не мешай. Это квадрокоптер Вована летит или что-то в Китае? Да нет. А куда они все летают? Корабли? Бориспольд там прямо. Границы закрыты. Да, кстати. Не, это Русланы, видно, возят маски с Китая. Руслан продает маски. 6 тонн, по 3 тысячи только что. Это маски он на тонне продает. Смотри, какой дым херачит в это самое. Питает фонарик, мне кажется. Да я уже сам задыхаюсь реально. Может, встать в другой стороне где-то? Саня, давай ракурс поменяем, подожди. Стой, вот так, да. Только ты не поворачивайся, чтобы было понятно, что ты на том же месте. Передними колесами и поломаешь его на 10 кусков. Смотали лебедку. Бородач здесь, все здесь, костер, шишига. Смотри его лучше колесами, да и все. Саня, осторожно, руки там. Руки так не ставь. Ты будешь заводить или выключать пока камеру? Стрим. Я ж тебе помогал. Жлобяра, ты затушил, Саня, пилу. Саня, главное, чтобы она прогрелась. Отойди же, блин. Посмотри, как он уже обреченно дергается. По-моему, это конвульсии. Давай, пока. Пока. Может, побудешь еще? Хватит.
Бородач не выдержал. Сань, заводи, то бородач уезжает. Заводи быстрей. Паш, пока. Не выдержал. Так, пока все продолжается. Ну, эти искра была? Ну, была, если заводится, то искра есть. Что тогда не было? Просто свеча плохая, надо свечу купить. Надо свечу купить новую. А где этот квадрокоптером? Чего он не летает? Интересный сюжет. Может, не надо шатать или надо? Да не, надо, надо. Он когда не шатается, она не заводится. Он когда шатает, там происходят определенные процессы, и она начинает работать. Этот процесс ты долго будешь снимать пакет? Да. Пока. Ты уезжаешь? Саня как-то сначала расшевелит, потом... Слышь, Саня, если ты будешь долго заводить, то я не смогу уехать. Я не оставлю этот кадр. Ты понял, какие люди могут шишигу иметь только? Да. Я теперь понимаю. Ну, естественно. Ну, представляешь его прочность и запас? Я бы ее сжег уже раз 18 бы. Получается ее нагреть, тогда она будет работать. Да, электрод так. Электрод закиснет, жмет. Ну давай. Но она же завелась, то бородач, блин, жаба, блин, испортил. Ну, да, блин, сам... Она же уже начала работать. Ты, короче, можешь отдохнуть. Не-не, Сань, ты не газуй сразу. Слепой и бензопила. Этот, блин, сюжет можно смотреть вечно. 844 серия. До следующей покатухи в жеребятине осталось меньше месяца. Пилишь, да, молодец, ребенок. Ты. Ну, отец тоже серьезный у тебя, я тебе скажу. Очень жестко. Саня, где твоя цепковая? Ты уже за столько дерганий уже перепилял. 8800, не. Слышь, а если электрод, Саня, выкрутить пилу, электрод зажать, зафиксировать чем-то? Да он упадет туда. Ну чем-то деревяшкой зафиксировать электрод. Ну он упадет туда внутрь, блин, что-то. Да нет. Сань, я говорю, тебе цепковая есть. Так давай перепиляем уже за столько дерганий, ты уже ее вот, сам бы перепилял. Вот лежит. Берите. Не против. Слышишь, а потом на видео все смогут посчитать, сколько раз он дергнул, да? Да-да-да. И можно это, книгу рекордов Гиннесса. Да-да-да. Я поехал, большой мне не сказали. Так, цепную пилу достали, серьезно, там он, ребята, сзади. Куда вы собирались? Нам нужна была машина. Так, там серьезные бойцы взялись за дело. Вообще это снизу пилится. Снизу возьмите. Снизу? Конечно. Снизу удобнее будет. Да, вы немножко... Видно, что видео не смотрели давно. Так удобнее, да? Не, так вы по очереди. Один дергает, один отпускает, второй дергает. Так, тут серьезная пошла лесопилка.
Так, запуск продолжается. Ну что, согрелись? Красавцы. Это не веревка, это пила специальная. Ты масло не перелил там лишнего, кстати? Что-то дымит сильно. Такой дым идет. Больше масла, лучше компресс. Нет, хуже сгорание. Я как-то перелил, тоже такая геморрой такой был. Она вообще не нужна. Нет, ну перелил, лишнего залил, я имею в виду. Сань, Сань, вот там пили, Сань. Вот там пили, иди. Ну давай. Я же весь тут уже отпилил. Да я понял, понял, корни у тебя жесткие, ты не остановишься. Ты как батя жесткий. Что, передохнул? Давай. Сань, давай. Не тяни. Не тяни, нам скоро ехать, мы должны зафиксировать этот рекорд. Тебе не по болоту бегать. Но явно много масла залил. Хотя схватывает. Готово. Все, мы свой вклад отпилили. Ты придем ночью, если что. Капец, блин. Знай. Да, интересный коллектив, я тебе скажу. Да. Как их? Марсиане, мать их? Да, я, стой, я, да, я пиратскую копию сделаю. Да, держи. Ах, ты... Давай, ну давай, Андрюха, если что, заходи, ты знаешь, где мы. Так, слепой. Новый метод. Рубки дров прямо шишигой, он их просто ломает и все. Пила так и не завелась. Просто переломать хочешь, и все. Сейчас он их просто подавит, они сухие, поломаются, весь процесс. Интересные методы. Да ладно, Сань, паркуйся давай. Сань, паркуйся, Сань. Чуть попилим сейчас, по чуть-чуть. Положи одну на одну, Ян, положи одну на одну. В общем, вот такой финиш сегодня. Сейчас попилим. Конец красивой. Красивого дня, красивого вечера. Провод завершен. Мы домой. Всем пока, подписывайтесь, друзья. Будет еще много оффроуда. Веселых моментов.